Никого уже не удивишь в этой игре скиллом. Мне вот интересно, почему у мутанта отдачи вообще нет? Дайте инфу, кто шарит. Я хочу фул эту катку с мутантом сыграть. Серьезно. Так и сделаю. Отвечаю, это просто... А че я раньше с мутантом? Почему не играл, я не понял. Это же имба вообще. Реально, а че я раньше с мутантом не играл? Офигеть. Срочно нерфить надо нафиг. Это охренеть вообще. Это легально, нет? Что это за пушка? И почему с ней никто еще не бегает? Никита Пау-Пау, привет. Охренеть. Это же имбалансная пушка, капец. Я вам отвечаю, у него отдачи вообще нет просто. И у него же дэмэдж нормальный вообще. Капец. Блин, а че себе реально никто не бегает? При том, что она даже, когда у меня была не фуловая, она капец как стреляла.
Охренеть. По кайфу получается. Будем бегать сейчас с этим оружием. Сейчас только каску третью заберу. У нее нет отдачи вообще, я серьезно говорю. Проверяй просто. И эта пушка по урону практически как мини. Даже выше. Средняя между СЛР-кой и мини. Нормальненько. Только семерок надо найти. Семерки быстро улетают с ней. Синий Окишев, привет, у тебя же 9000, а, не. 5000 плюс там где-то. 5к есть. Сыграем таким сетапом. Да ладно, осталось-то, блин, чё, 9 живых. И круг еще большой относительно. Знаю, что там у меня точно в городе чел был. И тут чел. То уже получается 6 где-то. Еще гуляет. Но тут он по кому-то стрелял, может, не убил. Вроде в килфете не видел никого. God, please. Тут же никто не подсосет меня.
Кто-то же меня просил с тапалкой поиграть. Вот играю. Харю отхватил. Ты дебил. Пара-пара-па-па-пара-пара-па-па-пау. Затоптал пацана. У него зоны не повезло, ему его зона уже кусала. Так-то он нормально же стрелял вообще. Я убиваю просто и не лутаю никого. Ты видел? Все, это реально имбалансная пушка, капец. У него нет отдачи вообще. У меня нет отдачи, ребят. Я отвечаю просто. О, капец. Я в ахере с этой пушкой. А что с ней вообще реально никто еще не бегает? Она просто, ну, типа, неудобна только для тем, кто, ну, типа, тапать не умеет. У кого не быстрый, не самый быстрый палец на Диком Западе. Так-то она вообще капец. Удобная пушечка, если честно. Что, он меня, походу, слева должен ходить, что ли? Он сейчас первый выйдет. Он же не убежал еще никуда, правильно? Мне кажется, он сюда куда-то двинул. Шнырь. Че?
Это читы. Я в ахере с этой пушкой, ребят, пользуйтесь. Это капец. Сборку я вам покажу. Вот. Сейчас. Короче, берете глушак, берете вертикалку, ставите ультрик и жопу на эпку, и все. Изи.